Дорогие друзья, всем здравствуйте на моем новом проекте. Уже почти 6400, и эти 6400 с охереть какой натяжкой. Блин, ребят, очень тяжело дальше идет. Вчера на стриме я поднял 6100, до видоса было 6200. И вот Unreal сейчас играл, поднял 6400. Он играл на Бо, на Кольте, как вы видите, 750 плюс кубков. Это не я, Apple, не хочу присваивать себе вот этот 25 ранг. Но 800 кубков буду поднимать я на стриме. Поэтому приходите, будем играть 3 на 3. Хоть я и просил Unreal не апать мне тех, кто на 700, потому что в свободное время Денис мне тоже помогает. И, блин, он меня поднял на 25 ранг бой кольта. Ну да ладно, у меня еще есть кого поднимать, мне еще до хрена кого на 800. Ребят, но, есть одно но. Персонажи закончились, а кубки остались. Блин, нам еще надо 1600 трофеев, а персов новых нету. Но, как вы видите, мы бита специально не апаем, чтобы в конце его просто вот так вот закрыть наши проблемы. В воскресенье мы должны закончить этот проект. Ребята, но прокачки не хватает, тяжело. Помогите, каждый ваш лайк и подписка прокачивает мой аккаунт. Смотрите как, каким образом. Если вы сейчас ставите лайк, подписывайтесь на канал. И с каждым подписчиком, с каждым лайком я буду донатить гемы. Вот набираете 20 тысяч лайков, как помните, в предыдущем видосе, в предыдущих видосах, я доначу 2000 гемов. Набираете 40 тысяч лайков, доначу 4к гемов и так далее до бесконечности. Наберете 100 тысяч, задоначу 10к. Наберете 1 000 000 лайков, задоначу 10 тысяч гемов. То есть, ну, все зависит от вас. Лайк, подписка, и следующий видос будет с донатом. Потому что, ну, блин, мы пооткрыли в прошлом ролике сундуки, и мы выбили спайка, все весело, да, но никого не прокачали до 9 уровня. Я хотел пассивочки, да, я хочу пассивки. Поэтому, ребят, ставьте лайк, подписывайтесь. Ну, а я сейчас с этой прокачкой, которая есть, блин, 6 уровень на 700 кубков, тяжело. Но... поехали. Динамайк на штольне. Я очень надеюсь, что сейчас я заспамнюсь не рядом с Мортисом, потому что, блин, это западло реально на этой карте. Вроде все хорошо, но как только возле меня появляется Мортис, все, я от него даже убежать не могу. У меня даже шансов нет. Так, ладно. Это будет очень потный долгий бой, потому что никто умирать быстро не хочет. Все такие, блин, скиллы, ёпта. Не въеаться. Бля, вы что, серьезно? Вы решили меня прессовать? Вы что, меня на моей же территории? Ребята, это не шутки, реально. Поставьте лайк, я не могу играть с такой прокачкой. Не, ну, дело не в прокачке еще. Понятное дело, что от скилла много чего зависит. Ну реально веселее с пассивками играть. Пожалуйста, поддержите. Блять, спайк не блять. В смысле? Тихо, тихо. Стоим на месте. Стоим, не двигаемся. Ёпта. Блять, ребят, я динамайк в центре. Обалдеть. Я всосал. Я тупо всосал только что. Просто вот мне дали на ротан. Минус 5 трофеев. Обалдеть. Тупо от начала опять же не задалось. Поехали. Окей. Мне надо 6400 сейчас перевалить за эту планочку. Ну и продолжить дальше апать 6500. На динамайке 700. 6 уровень. Такие дела. Фишка в том, что мы от графика отстаем. Тихо. Затимились, да. Мы от графика отстаем. То есть у меня уже должно быть 6500, и я сегодня должен поднять 7к на стриме. Я очень отстаю, потому что у нас 6400 только с натяжкой. Потому что до понедельника надо закончить проект, так как конец сезона, все дела. Такая борода. Давай набивать ульту. Давай набивать ульту. Вот, надеюсь, он меня не закрысит. А соответственно, в пятницу у меня должно быть 7000, в субботу 7500, и в понедельник у нас уже должно быть, ребята, 8к. Такие дела, такие несложные у нас цели, точнее наоборот, какие-то недостижимые цели, задротство нереальное. Погнали, динамайк. Но, с другой стороны, я думаю, что это возможно. Это возможно, я, блин, суббота, у меня выпадает целая суббота. Но я думаю, что в воскресенье я, блин, до утра спать не буду, но сделаю все возможное. Так, отлично. А, че, давайте набивать ульту, наверное, нет? Не будем набивать ульту. У нас 4 динамайка в тиме. Ну, вот предыдущий бой просто не зашел. Не зашел, потому что, ну, блин, как-то вот зажали меня между двумя педиками, блин, был. На ютубе еще можно такие слова говорить? А то на твиче нельзя. Буквально годик два и на ютубе будет нельзя. Ай! Чуть не попался на минку. Чего так стонешь?
Да. Прикинь, я вышел на бой, мне плюс один дали. Так, 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 так. Сейчас будет динамайк на 700, плюс 10 трофеев. Поехали. Поехали, сейчас динамайк будет на 700. Возвращаем 700, которые уже были. И надо за видос апнуть еще, ну, хоть чуть-чуть. Хоть немного. Блин, реально, пацаны, ну, спасайте. Реально нужен донат. Вот я вам говорю честно, вот, ну, очень нужен донат. Да, без доната тоже возможно. Да пошел ты, блин, тимиться с тобой. Реально, ну, бык со мной тимится. Ну, это вообще, это уважение, нет? Мне кажется, он слишком, знаешь... Я не могу по нём попасть, прикинь! Я по нему стреляю, не могу попасть ни одной петардой. Как ты своей жене попадал только, а? Изи. Иди сюда. Блядь, ну, они все с пассивками играют. Ну, смотрите, Шелли отхилилась. Хотя пассивка говно ее отхил. А можно я возьму, бро? Серьезно, нельзя? Все, отлично, можно. Так, все, сейчас топ-1 беру, смотрите. Чекайте, пацаны, топ-1. Хлоп. Мы рассоединили тут территорию. Не, ну, Динамайк, ты помогай, давай. Тоже, блин, расчищай кусты, че такого? Оп, оп. Блин, так хочется почитать чатик, но я забыл, что они на стриме, друзья. Блин, немножко желтенький я. Сейчас, короче, подкрасим меня немного, потому что у меня просто освещение в квартире такое. Блин, не, мне сейчас лучше не отвлекаться. Давайте, динамайки, давайте, закидываем, закидываем. У меня вообще одна банка... Ой. Сорян, я не думал, что туда пойдешь. Блин, я не знаю, как я вообще пришел к тому, что меня Бо убил в предыдущей катке. Блин, я так хочу задонатить, ребят, у меня реально прям вот ломка задонатить. Помогите. Я, у меня, ну у меня нет... Бля, вы чё, У меня нет мотивации донатить, то есть... Обалдеть! Обалдеть! Просто вот это крыса, вот это крысёныш. Ну это должно было случиться. Это должно было случиться. Ха-ха, его закрысили! Лошара, сдохни! Сдохни, сдохни, сдохни. Не, ну все, это Агабелла. Я тут топ-1 не возьму. Но вы видели, какой камбэк Вася был? Топ-2. Топ-2. Это плюс 8, это мало. Так, сделаем вот так вот. Я буду немножко посветлее. Фух. Ну вы видели, да, какая толпа динамайка? Очень было весело. Так, хорошо. Почти 6400, поехали. Сейчас еще надо парочку победных каток и продолжим на стриме. Ну, ребят, ну я прошу, если вы не поставите 20 тысяч лайков, это все, это... Это депресняк будет. Ну, я реально, я с ума сойду с шестым уровнем на 800-900 кубков, ну, когда все с пассивками, практически. Не, ну, на самом деле, в ШД, да, в ШД реально прокачка нужна, или нет? В ШД? Ну, определенно нужна прокачка, потому что банально ящики. Ну а в 3 на 3 можно и без прокачки, да, скиллом вытащить? Да, скиллом можно просто под сосниками и союзниками можно вытащить и все. Ну а в ШД тиммингом? Нет. Нет? Так не работает. Почему? Потому что это уже не то время, чтобы тиммиться. Сейчас очень... А какое сейчас время? Я даже не знаю, что будет тиммить. Тиммит, знаешь, оно сейчас уходит все-таки на те старые времена. Так... Со мной Леон затимился, я не знаю, закрысит, как думаешь? Обязательно. 100%, да? А то вообще уже офигел, многие подписчики за меня выпадают. Бум. Так, не, не крысит, прикинь, нормальный Леон попался. Реально не закрысил, а мог закрысить. Так, а ты чего его не закрысил? А я не крыса, я вообще нормальный пацан. Так, хорошо. Так, ну он по-любому меня закрысит, если я подойду прям впритык. Он при любой... О, его убили, все, как бы. Его как бы убили. Блин, ну я тут плохо динамит кинул, то есть такое себе. Так. 5 бойцов осталось, капец. 4 бойца осталось.
Ага, 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 отлично. Все, я топ-2 опять взял. Разыгрался, разыгрался, Ваня. Холдик. Я Ваня ульт. Господи, я впритык к нему бегаю. Я же сейчас тебя убью, придурок. В смысле, он мне победу отдает? Я его придурком назвал, стопена, да. Не по-пацански. Ладно, не по правду, находи его лично, руку пожми. Не по-пацански, я должен извиниться с ним перед ним публично. Итак. Что это у нас за бо был? Альбао! Альбао, захожу к нему в профиль. Не знаю, кто это. Знает ли он меня или не знает. В любом случае, братик, спасибо за то, что не убил. У него 11 банок было, он меня мог как муху прихлопнуть, но не стал этого делать. Просто от души ему. Просто, если он посмотрит видос... Ой, блядь, опять эта привычка вот так делает. Сейчас ты, наверное, делал. Ай, господи. Ребята, последний бой, больше не пойду. Все остальное на стриме, потому что я Шида не доверяю. Я хочу в 3 на 3. Я хочу с топами, спокойненько. Хоть и нифига не получается. Вот реально, позавчера мы играли на стриме. Вообще катка за каткой, победа за победой. Ну как только вот вчера мы начали играть, я не знаю, что там не так было. Стопроб говорит, ты потому что я с телефона. Какая разница, с чего ты, с планшета, с телефона, что скилл как-то теряется. Не, на самом деле непривычно, я понимаю, с того гаджета. Вот я бы тоже с телефона не смог. Сегодня он будет с планшета, я надеюсь, что катки будут получше. Поэтому приходите на стрим, поддержите холдика. Я не знаю, как, но мы сегодня должны 7000 сделать. Ну, смотрите, мы сделаем 7000, если вы поставите лайки. Вот реально, вы лайки поставите, да? Договорились? Вы лайки поставили? Мы сейчас аккаунт пробустим жестко прокачкой. Ну, 4000 гемов, обалдеть, да? Бля, ну Леона надо купить, капец. А если мне Леон выпадет? Блин, не, ну так можно его Леона купить, не выбивать, правильно? Ну типа, если он мне выпадет, тогда, ну просто так Сэнди может выпасть, а так Леона можно купить. Просто здесь селеги можно... Ай, не знаю я. Или надеяться на то, что Леон не выпадет. Или проверить вот эту теорию, что та акция, которая в магазине, то от Олега и выпадет. Ну так я тебе отвечаю, у меня так всегда было. Тупо выпал перс, который в акции был. Почему, сука? Почему у меня так не было? Где моя Сэнди, а? Так. Ты прикинь, я опять затащил катку. Причем топ-1 сейчас. Бля, офигеть! Это топчик. Это тупо меня медведь вот так вот и съел. Это с пассивкой, да, значит? А, блин. Ребятка, ну, первые каточки были не очень. Дальше немножко разыгрался. Но все равно не так много кубков поднял. Вообще немного. А потратил на это 15 минут. Но это из-за того, что поражения вначале были. А так в целом, ну, играть можно. То есть динамайка на 800 можно апнуть. Это плюс 100 кубков. Тика тоже можно на 700 апнуть. Это 50 кубков. Бита мы оставляем напоследок. Короче, ребят, я очень надеюсь, что вы поставите много лайков, и мы задонатим в следующем ролике. А так, спасибо вам в любом случае, что посмотрели. Встретимся на стриме. Я вас жду сегодня. Спасибо, люблю вас.